На время детское отделение, тихое и даже немного угрюмое, превратилось в шумный муравейник. Ребята и взрослые принесли с собой новогодние украшения и принялись за дело. Местные маленькие обитатели не отставали от гостей. У нас проходит акция, которая называется... «Снежинка! Кто вешал снежинку?» Молодежные активисты, ребята из передачи «Наше время» и просто неравнодушные жители района всего за каких-то полчаса изменили внешний вид детского отделения, создав атмосферу праздника. Главный путь к выздоровлению – это хорошее настроение. То есть, если мы будем проводить такие акции, дети будут выздоравливать путем приобретения хорошего настроения, позитива. Мероприятие и правда получилось позитивным. Гости не просто украсили помещение, но и дали каждому надежду на скорое выздоровление. Пациент отделения, 12-летний Артем, верит в волшебство и силу человеческого добра. Я хочу, чтобы все заболевшие и страдающие чем-нибудь дети поскорее выздоровели. Известно, что мысли материальны, если очень захотеть. И тех, кто творит добро, можно смело назвать волшебниками. Ведь их огромное желание сделать жизнь других ярче и есть настоящее волшебство. Татьяна Брылова, Сергей Науменко, Владимир Бежонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.